Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1346. События дня. Притча Соломона 29:19. Через тире, а надо через двоеточие, глава стиха. Но тут не пропускает система. Поэтому так написано. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 23 августа 2019 года. И далее я просто буду проводить по экрану записи, а вы останавливаете курсором и читаете.
Вот события, еще тут важная тема. Называется «Мужские болезни». Это взял показать, потому что не каждый знает это, интересуется, спрашивает день. Встаем, как всегда, в 4:40, договорились тут с Устиновыми ребятами, братьями Никитой и Исаакием. Мы решили вместе порыбачить. Ну, тоже заснято будет, показано. А днем мы пошли, там мешают кусты около, на втором мостике, около дамбы. Если бы летом было, и в воде прямо. Мы всю работу делал Володя, я-то принимал от него спилены в воде пилить. Он через край лодки сваливался и пилил быстро, а потом отвозили, на дамбу поднимали, через дамбу перекидывали. А тут дождик, что, лодку поднять? Маленько очистить и под лодку залезть, от дождя спрятаться. А никого нигде нету, ничего с собой не взяли от дождя. Ну, давай молиться, Господи, пронеси эту тучу. И вдруг туча развернула, боком и прошла, и побрызгал, как будто бы все сухое, ничего нет. Дивные дела Господни. Ну и на самой дамбе сделали 8 окон в парапете из глины, чтобы вода вытекать могла. Ну и она где-то начинает там многовато воды промывать. Захватили обрезка пруберои, тоже заложили под глину 8. Едва-едва до дому так Володя, Сергей Пупков довез. Очень устали. А утром вот сейчас ночь, 1 час ночи, уже сижу здесь опять. В час ночи встал. Встал 5 минут, кажется, было 1-го. Вот такой день прошел прекрасный. Чудный день. Ну, наши ресурсы, все это известно, что мы выставляем. Вот сегодня выставил. Вот. События дня 1336. Златоуст насчитываю, причащался я вот свое. Рыбалка. Размысл это. Златоуст. Цветы у Глушковой. 9. Ну и вечером еще 4 выставил ролика. Людям нравится. И мы ничего не скрываем, не лепим, а прямо снимаем. И нам интересно. Люди просят, снимайте это, снимайте это. По милости Божией. Где-то не звук плохо слышно, там, ну, такие вот, как есть. Богу слава.